Ты мне скажи такую вещь, Ануш, а ты сама откуда? Из Ленинакана, из Гюмри, откуда? Из Еревана? Не, я в России родилась, а у меня мама родилась в Азербайджане. Я предлагаю тебе со мной дружить. Как ты на это смотришь? Ну, для меня люди не имеют значения. Негры, албаны, грузины, азербайджаны, украинцы, москвичи из Канады, из Бразилии. Я сейчас живу в Киеве, всякие люди я видела, и для меня это не имеет значения, потому что люди – это люди, а животные бывают животные. Как люди любят животных, так и я всяких людей люблю, лишь бы со мной хорошо относились. Ануш, этот Джавид Да, сейчас да, где? да, да. Джавид сейчас где? Где? В Германии. Нет, ты так Он уже рукой 8 показала. месяцев. Он конкретно в Германии сейчас? Да, у него сестра тоже живет в городе Эссене. А скажи мне, А, почему ты семья. выбрала Джавида азербайджанца? Неужели нельзя было армянина выбрать, Анужджан? Нет, это просто мы были где-то в одном месте, мне сказали, здесь новый азербайджанец появился. Я говорю, ой, нет, 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 не надо такую национальность. Кто бы был, негр хотя бы был бы, но только не азербайджанец. А потом, когда он подошел, сказал, вы по-русски говорите, я говорю, ну и что? А вы откуда? Я говорю, оттуда. Из Армении. А он говорит, а мы рядом живет. Я говорю, как это так? Он говорит, я из Азербайджана. Я говорю, ну это же плохо. Он говорит, ну а на этой земле почему плохо? Сейчас ни войны, ничего нету. Я говорю, я к войне привыкла, я уже не боюсь войны. Я рискованная девушка. То есть, получается, тебя Джавид покорил. Ну, я скажу, не у всех одинаковый этот характер. У Я него понял, да? характер идеальный. То есть, Я он тебя поняла, что зацепил, да, чем-то? Чем он тебя взял? Чем? Ну, он объяснился, чем он занимается, как он работает. А мне эта политика интересная. Он журналист был. У него в Ленкоране там дом есть собственный. Он оставил и приехал в Германию, потому что у него сестра здесь живет. Ну, А тебя не осуждают за любовь к Джавиду? нет. Мы даже с ним ходили к его сестре на дачу. Мы вместе чай пили. А при чем тут? А при чем тут война или Азербайджан? Я в Влюбилась. И скажи, Германию да, второй я раз. влюбилась. Скажи, влюбилась. Ну, немножко, не так влюбилась. Я сразу не Не, ну влюбляюсь. скажи, влюбилась со Эмран, временем. ты Да? дашь сказать, а ты даже гарем собрал Говори. тут какой-то. Я же по-армянски два слова скажу. Ужас. Вот, как говорится, пришел обычный Ужас. армянин. Девочки, вот Ужас. видите? Вот скажи мне, пожалуйста, Алнушчан, с кем бы ты хотела общаться? С этим армянином или с Джавидом из Лянкерана? Они не хотят правду слушать. Для меня в Германии вообще не имеет значения кто, скажу я вам. Я здесь общаюсь, сейчас скажу. Из Швейцарии общаюсь с армянами. Из Грузии общаюсь, из Албании общаюсь, из России общаюсь, из Косово общаюсь, из Франции общаюсь. Я со всеми общаюсь. И мой отец Знаешь, говорит, ты да. не должна со всеми общаться. Я говорю, Анужджан, а мы я в своем общались. эфире создал аудиторию любви. Мы здесь живем в любви, мы дружим, мы общаемся. Только что у нас был Вараздат в гостях, который рассказал историю своей жизни. У нас здесь любовь, Ануш. А Артур и другие не понимают. Миролюбец, девочка наполовину армянка. Я здесь создал аудиторию, где люди делятся сокровенным. Сокровенным. Они мы не должны общаться с азербайджанцем. А почему?